Так, ребят, Elden Ring на чистом рандоме, напоминаю, на связи Чандер. Давай мы прокачаем пока что немного веры, я думаю. На один хотя бы веру вкачаем. Да, пока подкопи. Стоит подкопить. Мы отправились в Лиурнию, поскольку это локация за замком. Напомню, что мы смогли победить. Да, мы смогли победить при помощи Нефалилукс, при помощи Вельмож. Ребят, это рандом, да, то есть мы играем чисто на рандоме. Если бы мы играли, например, за тот же щит, вы меня извините, там... Или за кнут. По-моему, во второй серии за кнут. Напомню, во второй серии у меня уже кнут был плюс 9. Плюс 9 кнут, ребят. То есть топовое оружие в игре у меня уже во второй серии было. За счет чего мы сражались достаточно эффективно. А потом чисто вот статами догоняли, да, увеличивая, разгоняя свой урон. Здесь у нас есть самая большая проблема. У нас рандомное снаряжение, за счет чего мы статами разогнать... Ну, тяжело разогнать статами, потому что мы качаем, по сути, все статы. И плюс... Надо где-то найти костер, точно не помню где. И плюс у нас оружие некачанное. То есть у нас сейчас, например, скимитар, он нулячий. Ау, ау, о! Это Зараяс, ребят. Очаровательно. Очень хорошо выглядишь, милая моя. Я тебе помогу, конечно. Она выдаст какой-то предмет. Посмотрим там. Ожерелье ей нужно, я понимаю. Ожерелье мы, скорее всего, и не сможем принести, потому что там квест, он иначе работает. Если мод нашел, только не понял, есть ли подобный на Elden. На Souls'а точно есть. Босс Rush. В DS1 дается 20 фляг. Так, погодь, где-то здесь должен быть костер. На горе. Смотри, 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 смотри сейчас. Нужно убить всех боссов. Можно по порядку сделать, можно рандомно. Ах ты ж. Ну, в целом, кстати, этими кручениями какой-то урон там мы наносим. Ну, тяжеловато будет. Могильные ландыши нужны для улучшения некачественных духов. Я не уверен, что здесь можно так прорашить боссов. Но это что-то сродни ноу-хиту, да, за 20 фляг. Близко к ноу-хиту. Не сторонник ноу-хитов. Хотя, учитывая, что каждое мое прохождение без прокачки ХП, это тоже близко к ноу-хитам. Да, я получаю иногда по лицу. Я не буду туда подходить. И близко, нет, нет, нет. Ну, на самом деле там предмет, поэтому я, конечно, схожу, но мне страшно. Да. Потому что здесь что? Потому что здесь рыцарь Горнила. А вот позолоченная птичья лапка мне бы очень сильно помогла как раз в тот самый момент, когда мы убивали Грейол. Я, если честно, забыл про лапку. Чатик, конечно же, не напомнил, это понятное дело. А сам я тоже не вспомнил. Не играл давным-давно в игру. То есть лоханулись просто все. Обидно. Так, предметы подбираем. В целом нам сейчас без разницы, какие предметы. Окровавленные нарукавники точно нужно. Это минус вес, это полезно. Мужчина стоит с удочкой. Рыбак, наверное. Не будем его трогать. Я не думаю, что правда в такой водице водится рыба. Но ему видней. Это его профессия, он этим зарабатывает на жизнь. Где домик-то? Хижина где? Почему я карту не могу открыть? Кто меня атакует, что я карту не могу открыть? Наверное, опять какой-то хейтер, типа, помните, голем, который шел через всю карту на меня. Здесь, видимо, то же самое. Не вижу лачугу. Ладно, черт бы с ней, побежали дальше. Надо посмотреть, кто в этот раз охраняет ключ от Академии, будет ли там ключ от Академии, либо это рандом. Возможно, какие-то сюжетные моменты, как, например, колокольчик, да? Колокольчик нам выдавала Ренни. Она прилетела и выдала нам колокольчик. Здесь, соответственно, тоже может быть. Здесь костер берем. Представляю, босс Rush в Элдоне, 160 боссов. Но есть же вроде как спидраны по боссам. Ершей ловит. А ерши в такой вот водице могут водиться. Мне кажется, лягушки максимум. Лягушки, жабы, может быть. Такого плана. А рыба,
что бы тут водилось. Сложно представить себе. Пиявки. Да, пиявки могут быть, согласен. Крылатая коса. Если бы она походила мне под статы, было бы хорошее оружие. Но здесь требуется 24 веры, и я это никогда не смогу использовать. Хотя коса, она, ну правда, хороша. В чем соль крылатой косы? Она накапливает кровотечение. Плюс она, в принципе, достаточно интересное оружие. Коса. Коса? Ты серьезно? Не путаешь ли ты с каким-то другим оружием? Нет, не путаю. Правда, коса. Так, ребят, здесь важный момент. Мне надо каким-то образом вот эту штуку сбить. Я бы вот сюда, например, вставил... метательные кинжалы. Личинка бабочки. Хорошо. Тут вводится отменная грязь. Даже более грязная, чем в комментариях, хочешь сказать? Может быть. Хотя сомневаюсь. Там дерево. Кто у нас у дерева стоит? Мне показалось, что какой-то золотой... Да, мужчина на коне с щитом. Тот, который охранял... Вход, выход, вернее, изначальной локации. А там теперь у нас взрослый зверь. Угу. Ну, кстати, неплохо. Оглушение, кстати, накинулось, что приятно. Мне понравилось это. Слушай, нам на самом деле нужно открывать все, ты же понимаешь это? Что нам говорит... Мудрость направит тебя. Мудрость. Хорошо. Талисман бесконечной стрелы. О, да, детка. Вот талисман бесконечной стрелы. Это очень классная вещь. Правда, полезно. Угу. Но не нам. Но полезно. На прохождение с арбалетами это было бы ух. Прохождение с кнутами, к сожалению, зрителям надоело. Посмотрим, конечно, как это прохождение пойдет еще. Видео еще не вышли, они выйдут только на следующий день. Золотая руна 4, видите? Нужно. Ну, нужно ходить сюда. Так, я бы попробовал сразиться с стражем древа, а он же силен слишком. Согласен, но, в принципе, у скимитара неплохая шифтина, плюс я вызову миньонов. Если здесь миньоны вызываются. Шансы какие-то имеются. Если где-то, ребят, рандом все-таки страдает, и я про что-то забываю, приношу свои извинения. Я в самом начале говорил про это, что, ну, могут быть такие проблемы. Ну, что поделать. Здравствуйте, мужчина, здравствуйте. Вот, удар лошадью. Ненавижу удар лошадью. Я не ту флягу, конечно же, выпил. Все в порядке. Сколько вы урона будет у нас? 9. 18. 37. 40. 45. 50 урона это столько, да? Клин Марики. Давай у клина Марики попробуем. Сколько там у нас было опыта? По-моему, не так много. Опыта, рун, душ. В принципе, без разницы. Называйте это как хотите. Суть это не меняет. 5000. Плюс, если что, мы это можем забрать, да? Хорошо. Мужчина! Алло! Сюда я, сюда подошел. Да, я помню, как щитом мы качественно сражались против этих. Я его не убил, ребят. Просто забейте. Бесшансово. Просто бесшансово. Он меня убивает с одного удара, я ему урона вообще не уменьшу. Слишком мало урона у меня. Скиметр, идея, конечно, прикольная, вот это с разворотами, да, мы как собаку как качественно убили, ух, ух, но этого мужчину мы точно не убьем, он слишком силен. Тут уж извините. С копьем, да, с копьем бы убил, но со скиметаром нуляшным точно нет. Хочу колокольную сферу, хотя бы первую. А лучше, пожалуйста, сразу первую, вторую, третью, четвертую. Да. Ну, правда, чтобы прокачивать оружие, это нужно.
Это вы знаете ли, не хухры-мухры. Так, ладно, пока пойдем дальше. Здесь у нас будет узилище. Или не здесь будет, или узилище было ранее. Пока идем вперед, в любом случае. Лачуга. Мстительный дух будет нападать? Вот не помню. Мстителя нет, пока нет. Мстительного духа, ребят, пока что нету. Значит, Ирина все еще живая. У нас нету сообщения Ирины. Мы не доносили еще в замке Морн мужчине это сообщение. Мстительный дух вызывается после того, как мы увидим, что мужчина рыдает над телом дочери. Кто у нас в узилище? Посмотрим. Изъявленный древесный дух, кстати, впереди. Ты сможешь со скимитаром справиться? Не знаю. Проверим. Вау! Полегче, мужчина. Удивительно, что он так именно меня сбил. Хватит, мужчины! Вы что делаете? Молодой человек, а ну не балуйтесь. Что это вы удумали? Атака его сбивает. В этом основная фишка. Сразу, да? Ой, господи, пошли. Очень тяжело от вот этих гравитационных и от радановских, и в принципе, уворачиваться. Они супер неприятно. Надо все-таки у ворот потом жать. Да хватит меня подлавливать-то, когда я пью. Я здесь, кстати, хотел увернуться. Ему за... Он задолбал, я тебе серьезно говорю. Он каждый раз меня подлавливал на питье этой штукой. Задолбал. Задушил. Не увернулся, ну вот так. А сейчас как я не увернулся? Ага, он наносит удар сначала. Я понял, в целом можно убить. Тяжело будет убить, скажу честно. Прям тяжело. Урон очень маленький. Но идея неплохая, поскольку я разворотом скимитара умудряюсь его сбивать. Единственный момент, надо под него, наверное, уворачиваться. Я от него уворачиваюсь, надо под него уворачиваться после прокаста скимитара. То есть скимитар делает удар раз, удар два. Мы сразу, прокаст двух ударов делаю сразу. Мне желательно бы, конечно, маны побольше, если честно. Давай пока продвигаться дальше. Нам нужен костер. Костер будет несколько поодаль, да? То есть сейчас мы не будем его убивать. Ну, именно в данный момент. Но в целом с скимитаром он может быть убит. Вполне. Потому что он сбивается. Если бы он с скимитаром... А я поясню свое замешательство. Лансиакс у нас есть. А какой тогда это дракон? Во-первых, почему это дракон опять? Как на мосту, дракон.
Это во-первых. Во-вторых, почему это... Почему это дракон? Кто помимо Лансиакса? Есть Пласидусакс, это двухголовый дракон, но это совсем не вот такая штука. Это у нас одноголовый дракон, как Лансиакс. Помимо Лансиакса, кто еще у нас из именитых драконов был? Я не помню, чтобы был еще какой-то именитый. Лансиакса мы уже видели. По ноже. Кузнечная колокольная сфера рудокопа на ныл. Потерянный пепел войны. Нет, ребят. Так. А теперь, вы меня извините, может быть я тупой. Или в чем проблема? Смотрите внимательно. Это Лансиакс. Все зафиксировали, ребят, Лансиакс. По ноже я поменяю, не переживайте. Колокольную сферу рудокопа пойду отдам и сразу прокачаю оружие на плюс... Сколько? На плюс 2? Видимо, да. У меня и кузнечные камни, если что, есть первого уровня. Но мы можем теперь любое оружие вкачивать. Что мы и будем делать. Так вот. Слушай, ну не души. Ну кто там за мной бежит-то? Бес. Не беси. Да, слушай, хорошая тема. У скимитара мне нравится мувсет, ну то есть пепел самого скимитара, он однозначно хорош. Поясняю, ребят, поясняю. Для тех, кто вдруг что не понял. Моего негодования. Был Лансиакс. Значит. Приходим сюда. Здравствуйте. Древний дракон Лансиакс. Вопрос. Как такое вообще возможно? Ну, видимо, в рандоме возможно. Слушай, если у нас два Лансиакса, это значит, что какого-то босса у нас может и не быть. Например, за всю игру у нас не может быть... Может не быть Малении, к примеру. Я правильно понимаю, что рандом именно так работает? Если так, это немножко грустно, мы Малюшу не увидим. Но окей. Мы теперь поняли, что у нас существует два Лансиакса. Есть один Лансиакс, а есть Лансиакс 2. Так, поговорим с этим мужчинкой. Здравствуйте, товарищ. Гидеон Фафнир. Да, хорошо. Мне нужно поговорить с тобой по поводу Нефели Лукс, для того, чтобы продолжить квест. Больше мне ничего не интересно. Ничего не нужно. Милая моя, тебе пора? Давай, удачи. С Эншей мы говорили, колокольную сферу даем. Повезло на колокольную сферу. Кузнечная сфера рудокопа первого. Первые и вторые камни. У меня есть 26 и есть 14. Кайф. Сколько их нужно на прокачку? По-моему, на... Короче, неважно. Ребят, даже если у нас скимитар прямо сейчас заменится, без разницы. Мы пойдем униксового этого грохнем. Мне кажется, что будет хорошо. Угу. Надо будет только увеличить количество мана-банок. Усилить оружие. Смотри, 2 плюс 4. Итого 6. Плюс 6, 12. Понял, 12 нужно, значит 14 хватит за глаза. Окей, от души. Все, мы прокачали, получается, скимитар на плюс 6, ребят. Он стал сильней. Намного сильнее. Он был сотка, да, теперь он 142. Это правда. Был 105, по-моему. Что-то в этом роде. Поэтому мы можем торкнуть вот этого товарища из узилища. Попробуй, стоит. Так, поехали. Раз. Здравствуйте, мужчина. Не юлости. Видишь, урон-то увеличился. Есть контакт. В прошлый раз не смог, кстати, пробить. Помните?
Я не увеличил количество маны. А камни все... А так точно должно работать? Я не уверен. Выбил зря. Смотри, одинаковые комбинации. Да погоди, не бей, я кое-что попробую, да? Извините, второй удар. Думал меня этим удивить, а я не удивлен. Подловил опять. Есть контакт. Да, смотри, усилились мы. Видишь? Видишь, что делает заточка? Заточка, ребят, это лютая просто жесть. Король штормовых ястребов. Мы сможем квест Нефели Лук сделать. Хорошо, рандомайзер топ. У меня еще идея, конечно, есть насчет рандомайзера. Доиграть сначала свой рандом. Желаю тебе успехов. Рандом — это интересно. Это вот действительно ты... Сражаешься тем, что тебе выдается. И используешь то, что получается. Безусловно, безусловно, ты будешь использовать то, что для тебя сильнее. Конечно. Но все же. Это Ога. Призрачный, причем Ога. Ага, призрачный Ога. Эх. О! Не, ну... Вы видели? Вы видели, там предмет был? Слушай, это как Радан. Серьезно говорю. Угу, это Радан. Все. Если просто вдруг кто спросит. То же самое, как от Радана ты убегаешь. Здесь точно так же. Ну, сейчас он будет просто стрелами стрелять. Есть шанс убежать. Попал. Изъявленный древесный дух еще решил. Спасибо, не надо. Обойдусь. Можно уйду. Вылечиваюсь, кстати, полностью. То есть хватает мощности. Я бы к колоколам забежал. Ключ. Вместо ключа там может быть что-то интересное. Вместо скимитара может что-то получится, да? Не очень хочется, потому что у скимитара мне понравился мувсет. Два удара таких, мощных причем удара. Именно мощных, поскольку они выбивают, видели? Выбивают противника, это очень важно. То есть, если противник, ну вот как сейчас было с Ониксовым, да, он выбивается. Слушай, у нас где-то был, по-моему, герой Замора. Или мне кажется. Не помню. Вот мне кажется, он будет выбиваться. Угу. Может, может, вполне. Так, погодь, а где ты говоришь, у тебя здесь костер? Наверху где-то. Точно? Да? Да. А, барана сначала хочешь, понятно. Все противники боссы. Ух. Ну, поглядим. Я сначала вот на рандоме кайфую. Факел часового. Спасибо, игра. Спасибо. Оно стоит того. Да. Ну, кстати, факел часового, если бы мне сейчас попался 15 веры. У меня нет ни одного оружия, которое я могу использовать. Зашибись.
Много не хватает. Много. Веру-то я прокачал на 12, но у меня 15 у факела часового требуется и 24 веры здесь. Как бы, алло. Что будет сильнее, я не знаю. Кровоток, кстати, не работает, если я не могу пользоваться этим оружием. Грустно. Возвращаемся сюда. И отправляемся наверх. Надо искать еще какое-нибудь оружие. Либо покупать, либо искать. Босса мы точно таким не победим. Как будет оружие, мы сразу пойдем его улучшим. Хорошее оружие. То есть мы заменяем сейчас косу на какое-нибудь хорошее оружие. И... лучше. Печень монстра, золотая руна. Золотая руна пригодится. Мне рун хватит, в том-то и дело. На прокачку точно. Белый голем, кстати. Это из морозной локации. Вроде бы. Мяско. Здесь предмет интересный. Доспех Блайда. Интересно-то он интересный, но бесполезный, к сожалению. Так. Хочешь отсюда? Маргит? Понимаю. Краб. Лев. Голем. Просто. Всем, что было, закидали. Закопали меня, понимаешь? Закопали. Ужас. Не, ну у такого богатого каравана обязательно должно быть что-то крутое, правильно ведь? По логике. Боже, ну не душите. Дайте мне выжить. Мне нужен пузырь. Мне нужна слеза пузырь. Слезы, правда, я и сам могу сделать. Но не те. Спасибо. Спасибо, игра. А, я открыл... и огонь. И все, просто смерть. Смерть полная. Максимальная смерть. Ух. О, победка. Победка, это классно, спасибо. Золотистые экскременты там? Может быть. Но мне прям интересно, что в этом куроване. Попробуем найти. Ну окей, он решил залезть. Не будем ему мешать. Букет, кстати. А вот... блин, я потерял 8000, конечно. Рекомендация Селувиса. Селувиса и... букет, да? А, поражение. Тьфу. Я думал, победка. Нет, это поражение. Ну, неважно. Неважно. Элик влили, и то хорошо. Это в любом случае в плюс, вы же знаете. Так, погодьте. Что за рекомендация Селувиса, я не помню. Букет Варры — это очень сильная штука, которую я просто не могу применять. У меня был в планах прохождение чисто за букет. Вы помните, барышня в облачении фии и с букетом. Мы планировали, чтобы кто-то зашел ко мне в игру, скинул мне букет и облачение фии. И мы бы как раз-таки с букетиком играли, но, к сожалению, нет. Блин, колдовство. Это жестко. Мне не нравится, что происходит сейчас. Не нравится. Придется использовать факел. Не повезло на оружие. Так, ладно. Давай подумаем. Да, рекомендательное письмо, адресованное Селене. Человек Селене, практикующий магию блестящих камней. Содержание свитка разобрать не удается. Я не помню, зачем оно нужно. Погнали. Беги! Гаджет рука была. Так, проносимся дальше. Нам нужно к этому острову. Вон, видишь, костер горит. Мы активируем костер, он пригодится. Мне нужно какое-нибудь оружие, желательно бы. Кстати, цепелины, хочу обратить ваше внимание, они остались. Они выдают рандомные вещи, но они остались.
Значит, они не монстры, они сама игра, часть игры самой, часть карты. Воин-кочевник, золотая руна 8, кристальный пещерный смог. Смог. Смог, смог. Так, это мы сейчас наденем обувь служанки пальцев. Согревающий камень. И последний. Еще светящийся камень. Прекрасно. Что это такое там? А, это краб. Сразу не поймешь. Зажали. Не, ну это обида, кстати. Не, ну вы видите, ну обидно. Так, служанка. И теперь мы тогда побежим. Да, мы побежим, карту возьмем и дальше побежим.